Почитайте внимательно. Та-та-та-та-та-та-та-та-там-там. Всем привет, с вами Даниил, и вы на канале Сима. И мы сегодня играем Expruction. Expruction. Так много названий, но непонятно, какой из них. Ладно. Мы в прошлой серии победили одного из главных. Их, в общем, 4, но мы выбрали одного. Осталось 3. Осталось 2 еще победить. Вот тут Леша остался и... Вот, нам же мостик доступен стал, смотрите. Пишите вниз. Вот сюда. Опа. Записка. Приветствую, если ты это читаешь. Значит, ты желаешь вызвать меня, Магнификуса, на карточную дуэль. Я скажу тебе эту честь, но сперва ты должен сразить 3 моих выпускников. Их местоположение тебе предоставят узнать самостоятельно. И с служением Магнификус, понятно. Засал, в общем, драться, да, с нами. Причуду монокль. Вы его надевайте. Понял. Давай. Пойдет. Пойдет. Шестьсот, а потом Леша победит. О. Нам ты не интересен. Потому что у тебя ничего нет интересного. А, она забита. Хочешь бросить мне вызов? Давай-ка сначала на колоду твою взглянем. Да карты слабенькие, абсолютно отсутствует синергия. Этот план не способен мне противостоять. Слушай, я тут пытаюсь составить рез. Так, ставим моих рабочих изготовлять что-нибудь в качестве, если надо будет хоть... Твою же налево, чек тут он не пришел. Если надо, пусть хоть сами на конверт бросаются. И попрошу тебя избавиться к тому времени приличными картами. Полупокема. Убью. Давайте сразу посмотрим. О. А кто правильный? А никто. Ага. Угу. Так. Это получается, мы делаем вот так, вот так. Ого, зашибись. Неправильно. Но это нельзя тронуть. Давайте вот этот. Ну так 4 становится, смотри, красиво. О, все, зашибись. Смог открылся и выдвинуть ящик вместе с ним. Вот заберем карточки. Зашибись. Зашибись. Ну я читать даже не буду их. Смысла нету. Угу. 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 Ага. Зашибись. Так. Угу. Угу. Пошлите вниз. Так, давайте карты сразу добавим все. О, роботы. О.
магов всех добавим. Вот так вот. Все. 94 карты целых. Что такое? Почему я не могу пойти? А, вот. А, вот так вот все делать. Понял, как это сделать. Угу. Ого! Все, зашибись. О, мы всегда ли нам затыкать? Давайте сходим, не знаю, вот, к этому роботу. Что? Что тебе нужно? Разве ты не видишь, что я работаю? Я очень занят. Позволят недавно моей работой, но я всего лишь инспектор. Получить ботов на линии мне придется. Да кто ты вообще такой? Почему ты выполняешь приказ босс? Босс доверяет лишь тем, кто хоть кто-то понимает карточных игр. Я очень занята. Но я должна знать, насколько ты компетентен. Так. Так, работяга. Твою же налево, сразу же хана. На. Блин, я не туда поставил карту. Хана дураку, да? У него две хпшки. Но это мне не интересно. Вот так делаем. Так. Ага. И? Блин, а чё, нам ничего не дали, что ли? Твою же дивизию. Во! Да ё-моё. 6. Зашибись. На. Так, минус дурака дали нам. Сейчас давайте сделаем шо? Вот этого. Так, выравниваем. Восставший получается в груду костей. Зашибись. Ну, это профекцион. Это просто профессионально все, вы понимаете, да? Ну, похоже, да, инспектор проиграл нам. О! Минус инспектор. Ого, ты кто? Ой, извиняюсь, почему-то я кать начал. А, сейчас. Зашибись. Угу. Да нелегкие, это головоломки для детей просто. Я вообще не понимаю. 5, так. Что это такое? Это что-то новое? Мы вот сюда закинем, потом вот так вот. Это должно сработать. Ага. Так, неправильно мы закинули. Да не там, вот там. Нам дают 4 только. А, твою же налево. Можно же вот так сделать. Потом сделать... Какой 2? Смотрите, 1. Ноль мы засунем вот сюда. Потом минус 1. Как неправильно.
Только три собирается. Угу. Ого. Блин. Но нам... А, все, понял, как это работает. Смотри-ка. Это вот так мы делаем? Потом монашим вот так вот. Так, нет, подождите. Вот так вот. Да, вот, все. Вот этот запрещает, типа, электричество вообще поступать куда-то. Он что, карту нам не дал, что ли? Вот гад. А он вообще давал нам карту? О. Ха-ха-ха-ха, я плаваю, Шик мне посылал Серёгу, и я, мы тут, выпусти меня, ни слова побольше. Ой, опять с кем-то драться. Нет, пока я не хочу, ого, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Ого. Ага. Не, ну конечно это все весело, но, блин. А, он типа умирает. Твою же надо, я умер. Так, но у меня карты нету. Ладно. Следующий ход механа. Надо сделать вот так вот. Да. Ставим мы атаку. Потом мы ставим вот эту... Нет. Ого. Смотри-ка, мы можем использовать вот это. Нет, ладно, не будем. Зашибись. Так. Убиваем, убиваем. Ставим вот сюда. Потом ставим вот этого. И все, бам. Бам, бам, просто сразу минус все. Зашибись. Так, 4 кости зашибись. Давайте вот сюда. Хватит ты уже возрождать их, ты надоел. Честное слово. Ага. Ну все, этот ход мой. Просто выровнял все счета просто за один момент. Да, да, есть такое. Ладно, мне не интересно, давайте дальше. Оп. Решаем. О, минус 5 на земле, минус 5. О, стоять. 3. А как ты так? А, понял. Зашибись, выполнили. Ну, как говорил, это детская игрушка. Блин, надо вот так вот. Ого. Ого, ничего себе. Ну, логично, мы вот сюда поставим, чтобы было сразу же. Вот этот и нолик. Блин, 6. Твою же налево давал чуть-чуть свое сбой. Блин, смотри-ка.
дает чуть-чуть, смотри-ка, блин, а что это такое? Вот, все, зашибись. А то, блин, сидит тут, все. Что это такое? Куда я упал? Ёп, красоты, что такие? А, я опять поднялся. Я не хотел подниматься, падай. А смысл нам тут вообще находиться? Во, во. А, это карточки типа дают нам. Заберем. Заберем, ты чё? Ты думаешь, мы не заберем? Мы заберем. Ага. Хочешь, чтобы я лег на линию? Чтобы ты и так? Да, я хочу. Все. Ой, я забыл карты засунуть в колоду. Нет. Пока ход. На, бери свой набор. Ой, уже надел, ты чё? Теперь катись, мне работать надо. Твою же налево, он пошалил такого, потому что я ничего не кинул, что ли? Вот какашка. Так. Все, замечательно. А куда ты? Что тебе еще от меня надо? Я ждал свою ногу. Такое. Какие-то подарки, что это такое вообще? Куда идет это? Что это такое? Он сейчас наверху должен оказаться, ставить. Давайте посмотрим, он наверху реально кажется, что ли? Он что, так долго поднимается, что ли? Вот он. Чё думаете, что там будет? Я даже не знаю, что это такое. Что-то там спавнится даже. Всё, давайте поднимемся, сейчас подождем. Просто тут, видите, плинтус есть. И он что-то из него делает, какую-то хрень. Давайте посмотрим, что из него. И где он? Понимаю. А вот он. Пусть так долго поднимался. Давайте посмотрим, что дадут. Что такое, что такое? Тут типа какие-то всякие, видите? Видите, он отличается от всех. Какая-то субстанция. А тут дальше идет вот так по дороге все. Вот он наш идет. А давайте посмотрим, я не знаю, что это такое. Почему мы так делаем? А подождите, а что, кто это такой? Какой-то спецназ будет все пустынить. Робот-спецназ. Вот тут, смотрите, проходит, сейчас он становится роботом, скоро будет. Ну! Вот субстанция наша. И что ты превратишься из чего? В кого? Какой-то кубик опять. Ладно. А что там будет у нас? Он типа вот так вот идет. И падает сюда. Вы копаетесь в грузе старой карты и находите один набор. Ого.
Зашибись. Че, он пришел сюда? А вот он, да. Ёпус. Видишь эту конвейер-ленту? Так же, как у меня на фабрике. Понимаешь, насколько умело ты раскладываешь карты на столе? Ага. Ты понял принцип? Тогда ходи. Твою же налево, он что, шутит что ли так? Ага. Ага, он меня что сделал, я не понял. Да я нифига не понимаю. А проиграл. Так. Окей, я понял тебя, малыш. Я тебя сейчас отымаю, да, ты мне говоришь, так. Придется вот так вот. Так уж и будет, один ход соберешь. Я спасибо, теперь твой. Блин, а у меня нету больше ничего, ёпрасоте. Так, окей. Мне просто так лень читать, типа вот, выбирать карты. Вот я из этого так вот все карты закинул, потому что, ну, ё-моё. Вот это я понимаю, класс. Сразу ты и масти таких выпустишь. Кто так мог ожидать, а? Надеюсь, мне маг... Твою же! А, надо было защищаться им. О, как это так? Готов? Ходи. Я не могу ходить. Ладно, давай так сделаем. Если бомбы развалить, бомбы повсюду. Ага, ничего себе. У врага мои карты. Да ну. Да. Ну так-то прикольная карта. Ладно, опять. Снова мы идем к нему. Так, давайте думать как. А, ого, это что такое? Так, ставим мы вот сюда. Мага. Раз. Маг покинул нас. Сейчас будет хана дуракам. Так, окей. Ставим так вот. Угу. Становится сильнее. А, он типа вот так вот все работает. Уф. Просто чик-чик-чик-чик. Вот медведь, да, вот топ медведь. Нет! Медведь теперь его! Твою же! Блин! Вот так вот делаем. Ф-
твою же налево, медведь его ж не сейчас стал. Тогда делаем мы вот так вот. Логично. Ага. Так. Ага. Сколько? 13 костей. Твою же, все это проигрышно. Да, мне медведь обманул. Твою же, блин, медведь. Он мне помог, а потом... Да не в этом... Блин, этот конвейер, вот этот конвейер, это проблема. Жопа. Жопа. Так, окей. Пытка не пытка. Мы снова попытаемся. Так, давайте. Блин, замечательно так. Урай. Ставим его вот так вот. И вот так вот. Чтобы он смог подольше прожить. Так. Ого. Так, хп минус. Уф. Это раз. Я вот так делаю. Защищаем мы вот эту часть. Угу. Уф. А, почему не могу? А, у меня нету этих. Вот блин! Что он натворил вообще? А, блин, мне нечего даже поставить, смотри-ка. Это я не поставлю. У них 4 ход! Твою же налево! Нахрен мне удильщик этот нужен! Ямана! Вонючий конвейер, блин. Угу. Так. Ух ты, ничего себе. 6 костей надо, чтобы его вызвать. Так, это классно. О, Костечка появился мне. Костечка. Так, мы делаем вот так вот. А, получается, не можем мы вызвать, да? Блин, его убьют. Как бы медведь у меня был бы, все, хана ему было. Полупокеру. Вот сейчас медведь, да, появится? А нет, волшебник, смотри-ка. Закажем. Ну. О, ни хрена себе. Ага. Так, вот это сейчас будет плохо, потому что следующий ход он сюда перейдет. Ладно. Так, вот это закинем. Умри. Да, косточку дала, зашибись. Уф! Все, это победное. А, так, мы сейчас поставим, знаете что, вот это поставим. Все. Да. Победа. О.
далеко не лучшие параметры. Ага, ничего себе. Ну, в этом ходу я знаю, что я сделаю. Я вызову такого. И угадаю жребий. Есть. Все, я наперед просто атаковал. И потом, вы знаете, что сделал? А, у меня костей нету. Твою же налево. Я бы хотел вызвать от этого. А нафиг мне его вызывать? Я даже не знаю. А! Ой, нихуя себе, я победил. Ну, да. Не, не повезло, это мастерство, ты понимаешь? Это мастерство. Победа. Есть. Все, мы одного из этих победили. Вот, совершенный автомат получил достижение. Стать навык переписчика волшебы. На замену тому старому дилетанту лучше бы. Фигня. Фигня. Низкий уровень зарядки. Снова они. Зарядка 100%. О, снова видосики что ли появились. Ну, это мы в следующем серии узнаем, что за видосики или как. Потому что и так серия затянулась надолго. Так сказать, спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.